Все, что происходит в мире, планировалось заранее. Есть общий сценарий договоренности на небесах. Создается империи или нового мира зданий. Все происходит или складывается на единых весах. Вам кажется, что идет война, а это игры сознания. Людьми управляет небо с рождения. У людей нет своей судьбы понимания, поэтому непонятная судьба людей и странное их поведение. Готовится для людей небом новое совершенно время. Людям кажется, что это случайный процесс. Поверьте, вы сами от незнания судьбы сеете бремя, потом стараетесь объяснить жизни регресс. Верьте, что все продумано в небе Создателем. Бог дает время людям понять все события. Люди, как правило, опускаются до уровня обывателя, занимаются только своим бытием. Каждый человек принимает эти условия. Процесс жизни определен высоко на небе. Небо определяет и людские сословия. Часто жизнь людей переходит в небо. Небо всех отбирает и ставит по уровням. Людям кажется, что судьба в их руках. Но все расписано для них по годам и даже по дням. У управления с неба очень большой размах. Все, что делают люди, это не без проведения. Даже собрать по частицам нужно небо решение. Собраться в октаэдре – это почти достижение. Это вызывает на небе полное умиротворение. То, что вы вместе – это удача для вас и неба. Ваш совместный путь предопределен. Белый царь – это не слух, а уже новое время. Белый царь как личность небом уже определен. Ваши роли уже все расписаны. Это эксперимент. Вы идете вместе словно по расписанию. Наступает великий исторический момент. Кто не готов, рассматривается на списание. Ваш спектакль совпал с войной на небе. Небу надо решить, кто и что останется на планете. Время пришло переделать сказку в быль. Мир людей изменит свое отношение к монете. Тайны откроются для всего человечества. Создатель кардинально меняет спектакль. Будет сотворено белое уже отечество. Уйдет с флагштока темных сил пентакль. За вами исполнение воли Создателя. Сражение тьмы со светом уже отменяется. Вы не представляете, что будет в итоге. Прошлое на планете небом уже отменяется. Ваша роль – открыть новую эру. Из действующих лиц вы остаетесь одни. За вами крепкая до глубины души вера. Перед вами исторические, поверьте, дни. Но помните, это только спектакль. По-научному вас ждет голография. Повторяю, отменен навечно пентакль. На вас Создатель попробует и топографию. Все, что сегодня знаете, это часть пьесы. У каждого из вас своя роль. Поверьте, впереди великая месса. Люди пропустят этот спектакль через свою боль. Повторяю, что это не жизнь, а только спектакль. Ваши роли расписаны очень давно. Очень важно, что отменен пентакль. Вы недостающее мира сего звено. Смотрите, Катрены, в них правда для вас. Нет прямого открытия, а есть миф. Мир существовал очень давно без вас. Ваше проявление – это исторический миг. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 15 апреля 2023 года. Катрен, ваша роль – открыть новую эру.